До Нового года чуть больше 2 недель. Пора заняться созданием праздничной атмосферы. Декорировать окружающее пространство можно без вреда для кошелька, своими руками. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» состоялся мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Своим мастерством поделилась Ирина Бородина, декоратор со стажем. За время проведения проекта она уже многому успела научить химчан. В этот раз предложила изготовить новогодние подсвечники. У нас будет основа. И будет декор из ленточек, стразиков, бусинок различных. Сейчас мы с вами сначала выберем основу и подберем декор. Сразу его не будем приклеивать, да, просто приложим. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Интерес жителей к развлекательному проекту только нарастает. Среди участников как новички, так и постоянные посетители встреч по интересам. Оксана Бороздова ходит на мастер-классы с лета. Узнала о проекте случайно, но теперь не упускает возможности познавать новое. Честно говоря, я такой человек увлеченный. И раньше я давно-давно, по молодости тоже ходила, вот так занималась тоже, потом все это прекратилось. Потом я вот случайно узнала, что в Химках вот организовывается этот, как говорится, проект новый, да, «Химки. Интересно жить». И мне захотелось попробовать. Попробовать себя можно в самых разных сферах. На выбор жителей огромное количество мастер-классов. «Химки. Интересно жить». Летом помните, как вы танцевали? Очень была популярная. Я хочется, чтобы как можно больше людей знали. Ваших соседей, ваших друзей. Узнать о творческих, спортивных и интеллектуальных мастер-классах можно на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить», а также на специальном сайте.